Итак, давайте разберемся с этим пакетом. Посмотрел на сайте и почитал о нем. Давайте почну, как бы прочту, что пишут о нем на Gearbest. Простой одноразовый мешок для льда, легкий и портативный. Простота использования во время кемпинга, путешествий, экстренной помощи и так далее. Может быть мгновенно активирована с помощью мешка. Как? Непонятно еще. Гибкость после охлаждения и контакт с кожей в значительной степени. Внутренний материал, ну это я так понимаю, можно к ушибам прикладывать и так далее, то есть это фраза. Внутренний материал до и после реакции является экологически чистым без побочных эффектов. То есть внутри вот этот вот гель, он экологически чистый. Используется для лечения, физической терапии и ухода за кожей. Перевозка биологических замороженного реагента, наркотиков, плазмы, вакцины, медицинских как бы, препаратов, которые портятся, которым нужен холод. Используется для спортивных для спортсменов в процессе обучения игры снаружи синяков, растяжений и так далее. Обычно мешок с ледяным покровом может оставаться холодным в течение примерно 12 часов. Время выдержки варьируется в зависимости от различных условий окружающей среды. Открытая окружающая среда сокращает время выдержки. То есть, если мы ее храним в, допустим, сумку, в термопакет какой-нибудь положим, сумку дольше будет сохранять, минимум 12 часов будет сохранять. А если мы положим на открытом солнышке, то она может быть меньше хранить холод. Ну, давайте посмотрим дальше. Итак, мне кажется, что сюда нужно набрать воды, потому что здесь вот такой вот клапан идет обратный, как у воздушных шариков, которые наполняют гелием. И вот есть мерка 250 миллиграмм, 400 миллиграмм, то есть зависит от того, то есть сколько воды набрать. То есть я так понимаю, это минимум, это максимум. Ну, это мои как бы догадки, но на сайте я прочитал, там люди спросили, как активировать, и им написали просто помять пакет, просто помять. Ну, давайте попробуем помять его просто. Ну, вроде я достаточно помял, ничего не произошло с пакетом, я его хорошенько помял, вот, толку никакого. Все-таки решил не испытывать судьбу и прочитать, что же это такое. Получается, это пакет, здесь внутри порошок, это нитрат аммония. Он позволяет воде превращаться в гель, то есть мы сюда набираем воду, она превращается в гель. Ну вот, я так понял, вот это вот минимальное, сколько воды нужно набрать, это максимум. Сейчас попробуем набрать водички, как, не знаю еще пока, вот, шприцом, наверное, каким-то надо попробовать, или трубочкой, и посмотрим дальше. Итак, набрал воды, набирается вода очень просто, просто вот этот открывается клапан, да, вот так под кран подставляешь, ну, открыл вот так и подставил под кран. Буквально несколько секунд, и пакет наполнен. Вот, вот так я его набрал, здесь вот видно пустота, воздух, вот. Обратно она не выходит, то есть обратный клапан работает отлично, не разливается ничего. То есть, вот эту вот ледышку теперь мы ложим, то есть, ну, не ледышку еще, а вот этот вот гель, да, порошок, который был там, он растворился в воде. Далее мы вот эту штучку ложим теперь в холодильник и пользуемся. Вообще написано в инструкции, что это я сейчас как бы отнесу, положу в холодильник, ну, посмотрим, как оно замерзнет. А вообще в инструкции написано, что это одноразовый пакет. Прошло 40 минут после того, как я положил в морозилку, вот, вода замерзла и превратилась в гель. Спарывать не буду, но если его распороть, там будет такой густой, как кашица такая, густая и белого цвета. Вот, и она якобы безвредна, то есть экологически чистая и так далее. То есть, действительно, пакет холодный, ледяной. Не такой обжигающий, как, знаете, берете из морозилки курицу, приложили, сразу обжигает руку. Не такой холод обжигающий, но всего она была в 40 минут в морозилке. Поэтому на этом эксперимент я заканчиваю. То есть пакет годный. И если будут еще акции, я еще пару десятков себе возьму, наверное. И, ну, не десятков, а сколько получится, там, по одному на учетку, по-моему, или по три было максимум. Но в любом случае я себе возьму, вещь интересная, друзьям, знакомым, разработчикам.
раздарить, потому что вместо того, чтобы лед носить с собой, да, там и ложить в сумку, можно вот такой вот пакет положить, и он будет охлаждать не хуже льда и дольше, намного дольше, чем лед будет держаться холод. Вот, на этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на телеграм-канал. До новых встреч и удачных покупок!